Здесь разные грани творчества художника: графика станковая, книжная, автолитография, живопись. Разные жанры: исторический, бытовой, пейзаж, портрет. Посетители могут увидеть небольшую, но яркую по мастерству психологической характеристики подборку живописных и графических портретов современников Валентина Чеботарева и два его автопортрета, а также прекрасные книжные иллюстрации мастера, который стоял у истоков советской книжной графики. Это на самом деле уникальное событие. Замечательное событие для Приморья по той простой причине, что графика у нас не так много. И вот последний из таких действительно ярких фигур – это Валентин Степанович Чеботарев был. Валентин Чеботарев окончил художественное училище во Владивостоке, учился в Ленинградском институте живописи и скульптуры имени Репина, по окончании которого вернулся в приморскую столицу и более 50 лет передавал свое мастерство молодому поколению. Не каждому художнику дается судьбой такая прямая, твердая, с определенным вектором линия жизни. Одна страсть к искусству, одна профессия – педагог, одна любовь. Тамара Григорьевна, супруга. На выставке представлены его иллюстрации к романам, детским книжкам, серия станковых гравюр, а также несколько работ, которые до этого нигде не выставлялись. Автопортрет, портрет супруги с младенцем, две обнаженные натуры, которые созданы во время студенчества. Это редкий случай, когда вот в таком цельном собрании больше 100 листов можно увидеть нашего приморского автора графика. Работы Чеботарева оказались близки даже тем, чья жизненная философия в корне отличается от русского взгляда на мир. И тем самым ярко показали универсальность искусства мастера. Генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико на вернисаже отметил, что, глядя на картины, видит, как нежна здесь природа, как нежны люди. Сказал, что, к сожалению, не знал художника лично, но видит, что в его работах много доброты и глубины. Выставка «Валентин Чеботарев. Линия жизни» продлится до 8 апреля. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на 8.